кстати, будет сейчас сделать. Не понял. Я убийцу победил. Мешка. А что он победил? Правда, будет победить, будет колобрить. Кружала. Я понимаю. Кататься надо, только тут не очень хочу учить. Свет! Я тебе промокну сейчас. Я защитник. Вон Сережа уже ходит. Ну, зайди скорее, оставь. Я тебе тоже ребятки, возвращайтесь обратно, ведь за вами весь народ пошел. Идите обратно на то место, где стояли. Так, еще несколько шагов вперед, и вот здесь... Видно, что надо предупреждать, наверное. Так. Сидите в кафе! Руки в ноги собирай! Это топтали! Пришло, пришло! Они писать не умеют. Ага. И срочно! Для всех, всех, всех! Ребят, просите мне дорогу. Давай, подписывай, подписывай это, разумеете или как? Я разумею, читай. Мы голубые снегов. Во, хорошо, давай. Даже не вижу, не вижу. Зима холодная. Зима холодная. Зная. Ветров хозяйка. Холодных ветров хозяйка. Зеленых студеных льдов. Установительница трескучих морозов королева и прочее, и прочее, и прочее. Повелеваем! Повелеваем! Повелеваю, да? Это нам повелеваю! Первое! Я отсылать не буду! Давай! Приход сестры нашей весны, прозываемой Красной, отменяется! Что? Давай!
Что? Весны отменяются приход. Не будет! Не будет такого! В одежде теплой, на лыжах, коньках и прочее! Да не бывать этому! Кататься и жить и радоваться! Маркелова. Он против солнца, не видно. В этом наши все стоят. Защиту рубежей наших. Весну не пущать! Эй, воинство зимы! Я тоже А теперь слушай, воевода зимы. Значит, все мужики, которые без косынок. Ого! И без отличительных признаков из крепости вышли. Это раз. Второе. Что вы все встали в крепость, а нам сейчас канат притягивает? Я что, один канат буду тянуть? Да меня войско весны сейчас утащит вон до самой этой самой. Так, оставим здесь только небольшой пост сторожевой, чтобы там случайности не было. А остальные сюда канат притягивать. Канат притягивают! Yeah.
Ань, отметь, притягивание каната записали? Конный бой относительно записали, но там очень плохо. И колдунчиков. Что? А Татьяна он загораженный весь. Ну, ты их получишь, да? Да. Хорошо. Эй, зима! Уходи без боя! Уходи так! Я тебе сигарету давала! Какие орлы, вы что? Эй, Валя, я тебе давала сигарету, помнишь? Сигарету тебе давала, ты помнишь? Кова! И смотрите, был, защищайте! Был! Подожди, уже снимаем. Я его снял. Там что, с той стороны надо снять. Миш, да. Надо снять борьбу вокруг флага. Пойдем. Я как раз снимаю. Взрослые, ваша помощь нужна! Давайте звонить. Отбили. Вот так всегда, Аня. На самое сложное все. Мы даже не пройдем. Миш, иди сюда, Миша. Смотри, отсюда очень хорошо. Такие тетели. Да ладно. Слышь, Сереж, ну надо его туда. Давай,
Давай получше. Давай кого-нибудь другого. Я уже устал. Я уже устал. Давай Лию. Давай Лию. Давай. Заняли. Да. С той стороны обойти, я там точно была, там интересно. Подожди, все, уже поздно. Защитники выходят по одному! Победа! До свидания, вас тоже плачет, у вас все равно нет. Вы сдохли! Паша, так где здесь кого-нибудь еще? Убежать сразу же. Зарядку сейчас включите. Правильно! Правильно! Не совсем кончилось. Серёга! Подожди!
Но, милостью своей! За горки красивые! За лыжню выискиваю! Витя, что? За горки наши! И еще пусть. Прямарин, довещение! Прошу тебя, зима! Через год к нам пожаловать! Спички у кого?
Давайте. Песню спеть надо. Рит, не жалко, а? Давайте. Восстание!
Поручить эту штуку. Можете. Наталья Сергеевна. Тут так бы было. Заведу эту камеру. А? Камеру знаю. А вы меня снимите. Звезду. Звезду чего? Небосводу. Он так здорово на ходулях пытался. Вот вы, пожалуйста. Давайте, я снимаю, пожалуйста. Ой, да нет, лучше не надо. На камере это не так. Потому что последний раз он уронил ходули, она упала кому-то на голову. Так что вы подальше стойте. То камера опасна. 8 раз. Так, сейчас ее только доломаешь, так, перчатки на пол. Я совершенно не вижу света. Профессионалы ходули ухода. А мы держали. Приказание прибыл. Сейчас, смотри, там она сейчас снимает, в принципе. Рек стоит там? Да, стоит. Ну вот. Вот, значит, у меня большая просьба. В первую очередь снимать наших. Иди сюда скорее. Ну иди, но это же не получится. Идите сюда. Команда, не рано. Ну, давайте, давайте, поскорее. Я сяду, я же один вижу больше, чем все вместе взяты. Давай. Темпо, темпо. Ну идите сюда. Иди, давайте, вообще народ. Давайте, а то нам уже стоим. Нет, нужно побольше народу. Ага, да-да, вы не занесите. Я за вас. Давай, давай.
Наклоняйся вперед! Так, еще нет какого-нибудь. Вот, ты на... Молодец, Валик. Девушки, подержите, что у меня. Ладно, ну ладно. Она тебе поверни. Второй этап наоборот. Я понимаю. Давай еще раз. Дай мне руки завязывай. Нет, ты Маша! Маш, пойдем! Ладно! Отзовись! Сзади, Паша. Сзади, Паша. Сзади. Меня сейчас подзавят. Повернись туда, не пойдешь. Thank you.
О, мам! Мам, мать, это. Ой. Я уже снял с Леонидом. О, Сережа, привет. Да. Отойди. Че? Так, тут никого нет. Милорда, приблизь. Мне так помочь, пожалуйста. Лобок, извини. Привет, Олег. Плачь, мальчик. Перемотай. Хитачи лучшие камеры в мире. Все, хоть. Даже сквозь окно. А потом мы тебя, Саша, искали, Сережа, то Сережа мы видели три раза. Да, тетя Саша тебе привет передает. Она уехала. Уже уехала. Спасибо большое за привет, очень жалко, конечно. Жак, вот я хочу спросить, ты не можешь сочинить письмо, послание, вызов на бой? От весны к зиме. Или наоборот. На бой, от зимы к весне. И от зимы к весне. Съел? Тиран снять чего там охраняет. Слушай, надо, конечно, быть за секунду не следить, это я погорячил. Наверное. Опоздал. Снимать можно нет. Приказ Маркелова. Слушай, там же мордобой идет. Сереж, мы, конечно, могли бы с тобой сходить, но мы при исполнении. Будете, да? Если бы его еще найти бы. Подождите. Внимание, готовы? Да. Готовы? Сходим. Не подсказывать! Ничего не подсказывать! Поражение! Так острая напряженная борьба. Пока еще никто не... Нормально! Двумя руками. А вот борцы другой весовой категории. Мы станем свидетелем захватывающего матча в наше время. Так, пока борцы готовятся. Как? Какая-то заминка, неужели матч не состоится? Давай сбивайся. А на кого я это оставлю? Лучше вас с Виталиком. Кого? Дэвид. Я понимаю. А где будет? Убей его. Удар. Так, тихо, он тебя по камерам не мог. Удар. Промахнул. А, попал. Итак. Ребят, кто же победит? Мы закончим. Там сейчас другие дела будут. Борьба приобретает напряженных. Я тоже стоял!
Паша, пойди, а. Может, мне помочь? Сереж, я пойду. Иди. Как вы догадываетесь, дорогие телезрители, победил я. Эй, карабинник, ты что? Да, тебе надо лицо карабинника снять. Покупайте куб в маркетплейсе! Поднимай руку, зиму, кто хочет! Зиму давай! Поднимай руку! Да, зиму давай! А кто хочет весну? Не надо! Не надо! Пускай, пускай руку! Будет, будет драться, без боя не уйдет! Да. Давайте, вызывайте! Так, кто, кто в армию? Кто пойдет в армию весны? Нет! Нет! А где нет, что-то не то. Пошли, пошли. Построение! Скажи, когда
Мальчик, поехали. Итак, дорогие телезрители, мы ведем прямой репортаж с поля битвы, где скоро развернется величайшая в истории драма. Битва между весенними и зимними силами. Вот это вот маленький бастион, который будут стойко отстаивать зимовики. Слушай, я сейчас... Вот эта немногочисленная рать снежная должна будет первой принять на себя натиск оголтелых толп весенщиков халяш. На. Я не понял, как камера. Мне тоже поднимаешь? Вы видите перед собой немногочисленный гарнизон этой маленькой крепости. Мы видим решительность на лицах. Они будут умирать с улыбкой на губах. Вон они, белогвардейские цепи. Нет, пока не идут, пока стоят. Но выглядят они очень зловеще. Кровь стынет в жилах, когда я вижу этих закованных в металл и кость людей, которые назвать людьми-то нельзя. Звери. Сейчас вы увидите, как они разрушают ледяную красоту этой крепости. Вон их главнокомандующий. Говорят, что он каждый день замучивает по 600 человек. Да. Вглядитесь в эти простые и открытые лица. Они пышут решимостью отстоять свою свободу и независимость. Передача. Для нас. Что вам сказать? Скажите, чии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 иii Спасибо. Браво! Вот много. Господи боже! Ой, боже мой, и знамя. А вон тут бородатый. Это варварское знамя. Вот они, наконец-то эти оголтелые толпы подошли. С секунды на секунду они устремятся на беззащитный бастион. А вот... И прольется кровь и снег. А вот он жестокий главнокомандующий. Вон он в белом, в белой рубашке и красных пролетарских штанах. В черной бороде. Черт! Нам пора, Паш, нам пора в гнездо, нас затопит, ты знаешь. Наоборот, удобно. Вы слышите жуткие вопли варварские, которые раздаются над полем скорой битвы. Я их ноги снимаю. Что? Я их ноги снимаю. Они с мешками должны разрушиться, не готов. Вот они начинают боевые действия. Передовые отряды зимщиков пытаются сдержать их натиск. Ведется обстрел тяжелой артиллерии и установками «Град». Вы слышите жуткие вопли, которыми они подбадривают себя. А этим отвечают защитники. Веселым улюлюканьем и призывами на бой. Микрофон спутник, нормально. Ура! Пошли. Вот дрогнула земля под гулом конницы. Черт! Нам пора, Паш, нам пора в гнездо, нас затопит, ты знаешь. Наоборот, удобно. Вы слышите жуткие вопли варварские, которые раздаются над полем скорой битвы. Я их ноги снимаю. Что? Я их ноги снимаю. Они с мешками должны разрушиться, игроков. Вот они начинают боевые действия. Передовые отряды зимщиков пытаются сдержать их натиск. Ведется обстрел тяжелой артиллерии и установками «Град».
Вы слышите жуткие вопли, которыми они подбадривают себя. А этим отвечают защитники. Веселым улюлюканьем и призывами на бой. Микрофон слышен, по-моему. Ура! Пошли. Вот дрогнула земля под гулом конницы. И враги устремились. Схватывающие моменты. Сверху на осаждающих летят глыбы. Нет. Вот нападающие дрогнули и начинают откатываться. Но это еще не победа, они упорны и кровожадны. Крепость начинает рушиться. Она не способна удержать такой натиск. Команду назад. Ты понимаешь, что команда назад. Рискуя своей жизнью, мы пытаемся забраться на крепость и взглянуть оттуда. Ребят, надо отойти, мне тоже хочется. Спрячь камеру. Нужно взять. Вот варвары готовятся к новому штурму. Они восстанавливают свои силы, подтягивают резервы. Вот же того, провожение, да, вот снимаем молча. Снимем этот великий подвиг советских людей. Да. Имя защитников этого маленького бастиона останется в наших сердцах. Стан врагов и ведем съемки оттуда. Не вижу зимнего знамени. Они что, уже взяли зимнее знамя? Журналистский долг. Объективно оценят. Крепость скрылась под массой людей. Кошмар. Самая напряженная борьба разворачивается за флаг. Сам черная борода нападает на этом фланге. Ну кто так прикрепляет флаги? У них где? А у него вылетело башню. Да, пошли. Кроме, где стоял, где стоял? Все.
Вы представляете группу героев? Игоря, чьи руки сорвали наш флаг? Ну, конечно, если бы мне было попасть. Вот я говорю, что мне надо было наружную палку делать. Теперь они празднуют. Но мы еще покажем им будущих битв. Нет, не вздумайте сжигать красного льва. Ну что, такой лев вообще ручная работа, а? Так, здесь... Если бы вы знали, что это за флаг, у вас бы никогда рука не поднялась его сжигать. Слава победителям зимы. Слава! Лучше, когда флаг не Давай.
Важный оператор, снимавший так называемый приход весны, Сергей Шаданов. А вот потом мы это вырезаем. А теперь, товарищи, зададим риторический вопрос. От кого он получил эти деньги для съемки такого предвзятого репортажа? Вырезаем. А теперь, товарищи, зададим риторический вопрос. От кого он получил эти деньги для съемки такого предвзятого репортажа? Их подножь ему в зале. Аккумулятор.